Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Лилия Комета-Фомина. Это рок-портал «Эквилибриум». И рядом со мной обитатель уютного подвальчика Виктор. Привет. Привет. Собственно, первые впечатления для наших зрителей. Что сегодня увидел здесь, что тебя поразило? Ну, они, наверное, уже будут не первые. Я первыми впечатлениями делился еще в четверг, когда, на самом деле, можно было еще получить какие-то впечатления. В том смысле, что сегодня уже очень много народу. И, конечно, пресс-день этим он просто замечательный, потому что можно походить, потрогать, что-то посмотреть. Мы успели в четверг еще посмотреть, ну, наверное, все, что мы хотели. И Uncharted 4, и Deus Ex, и нинтендовские новые игры. Вот я этим немножко там в Инстаграме делился уже. Вот, здорово. Сегодня проблематичнее немножко, потому что народу куча, и как бы такой день общеоткрытый, он больше проходит с теми, кто хочет пообщаться, там, да, там, с вами, с подписчиками. Вот, ну, в общем и целом здорово. Мне очень нравится, что с каждым годом ивент набирает все больше и больше оборотов, что второй год уже подряд совмещают его с Комик-Коном, который пока, конечно, по сравнению с комик-конами зарубежными, немножко слабоват, но все равно очень здорово хотя бы то, что все ребята, кто у нас продают комиксы, все магазины, приезжают, привозят что-то свежее. Ребята, которые фигурки делают, тоже очень классно. Единственное, что хотелось бы, опять же, в формате Comic-Con, мы вчера смотрели, я, к сожалению, забыл, как называется фирма, которая делает у нас по нашим мультикам фигурки. Ну, у них там есть стенд, да. Они привезли несколько новых фигурок. Было бы, конечно, очень здорово, если бы они их продавали эксклюзивно здесь, да, или хотя бы предпродажу здесь устраивали. Они просто показывали, как делают, опять же, на том же Комик-Коне в Сан-Диего привозят сюда. Вот это, конечно, было бы вообще классно. Вот, а так, в общем и целом, все здорово. Хорошо, вот по поводу Комик-Кона еще вопрос. Возможно, интересовался какими-то молодыми начинающими авторами, иллюстраторами. Может быть, кто-то лично тебе понравился? Ну, я, если честно, больше по классике. Вот вчера у ребят из 28-го купил три новых сборника с черепашками-ниндзя. Вот. С молодыми больше, я не знаю, мне как-то не доводилось, может быть, зря посмотреть наши комиксы, там, в том числе то, что издает Bubble. На самом деле, в силу того, что всего остального очень много и просто очень сложно успеть все. Вот. Но, наверное, может быть, стоит. И вот тогда уже после этого я смогу ответить на этот вопрос. Ну да, как бы вот вдалеке, где мастера выставляют какие-то свои работы, вот там тоже есть очень интересные ребята. И рекомендуем, да, зайти туда оценить. Хорошо, скажи, вот по сравнению с прошлыми годами, что стало лучше, что стало здесь хуже, как думаешь? Ну, лучше то, что я уже сказал, очень здорово видно, что ивент расширяется. В этом году, мне кажется, побольше площадь, чем в прошлом. Очень порадовало, что в этом году в четверг было меньше випов, меньше там, каких-то людей не пресса, скажем так, не участников. Опять же, потому что это позволяет поближе и побыстрее обойти всю выставку и все потрогать. Вот. А так, в общем и целом, я надеюсь, что мы однажды дойдем до уровня... Пятый раз повторюсь, Сан-Диего Комик-Кон, в том числе и Игромир или какой-нибудь Gamescom в Кельне, было бы очень здорово. Очень бы хотелось еще, кстати, чтобы привозили побольше эксклюзивов. То есть очень здорово, что в прошлом году, допустим, на Игромире презентовали нового персонажа для Mortal Kombat X, который на тот момент еще не вышел, Кванчи. В этом году, вчера, для Street Fighter 5 презентовали, опять же, нового персонажа Зангиева. Было бы очень здорово, если бы все-таки к нам привозили что-то вот не только... Это очень классно, что такие вещи есть, но хотелось бы какого-нибудь эксклюзива, что ли, побольше, потому что, допустим, тот же Uncharted. Очень классно, что можно было посмотреть момент, которого нет в интернете, но я знаю, опять же, что этот момент уже показывали на предыдущих выставках, а хотелось бы, чтобы все-таки к нам везли еще что-нибудь новое. Но, опять же, хочется отметить, что по сравнению с тем, что было там 5 или 6 лет назад, это прям фантастика, потому что я сомневаюсь, что 5 лет назад мы могли рассчитывать хотя бы на это, и я думаю, что с таким развитием продолжение не заставит себя ждать. В общем, в будущем году вполне возможно, эта площадка будет уже даже тесновато. Может быть, да, придется искать что-то еще. А, давай о тебе, об уютном подвальчике, что увидим в самое ближайшее время? В самое ближайшее время, если все получится, не хочу загадывать, будет еще один... скажем так, гэг с
приглашенной звездой в самом любимом, наверное, вашем шоу, пока все играют. Больше пока ничего не скажу. Ну и, как всегда, к готовящимся новым релизам будет несколько таких вещей. В общем, буду говорить загадками. Подписывайтесь, ждите, смотрите. Хорошо, спасибо. Не могу не обратить внимания. У тебя сегодня насыщенный день. Видимо, сегодня идешь на концерт группы «Трактор Боулинг». Вообще, чего ожидаешь от этого концерта? А как говорит товарищ Паук, адского угара, например. Хорошо, спасибо большое за интервью. Специально для рок-портала «Эквилибриум» и программы «Гейм Бункер».